125 раз. Я хочу разыграть 5 таких книжек. Привет, ребята, это Влад. Друзья, чтобы увеличить количество отжиманий за один подход, нужно заниматься один раз в 2 дня, примерно по 7-10 минут. Но чтобы это понять, я 2 месяца занимался какой-то кишельме. Тупил, короче. Сейчас я вам все расскажу. 31 декабря я поставил себе цели на 2018 год. Одна из этих целей была 108 отжиманий за один подход. 108 отжиманий. Я могу еще 1000 раз повторить 108 отжиманий. Это то, что я хочу сделать. Как? Как мне это сделать? Как мне сделать 108 отжиманий за один подход? Я не знаю. Почему Влад 108? Я просто прочитал в интернете, и это оказалось какое-то волшебное число. Ну и оно мне понравилось. Устал отжиматься. Окей. 5 января я делаю свой самый первый замер. Получилось 36 раз. И то с натягом. 36. Потом был какой-то рандомный ахунг. Я как-то отжимался. Потом я отжимался каких-то 1000 неправильных кривых отжиманий. Потом я отжимался в стойке на руках. Потом я пропустил 3-4-5 дней. Потом я опять отжимался. Потом я опять как-то отжимался. И в итоге дней через 25 я отжался 50 раз. 50 раз. Красавчик. Примерно та же фигня длилась до середины марта. Как-то там что-то... Но то, что я реально вам хочу рассказать, это то, как я тренировался последние 2 месяца. Мне кажется, вот эта штука точно должна дать в количестве. Для начала я выбрал вид отжиманий. Это были широкие отжимания со сгибанием локтя до 90 градусов. Я подумал то, что отжимания с касанием груди или какие-то другие хваты, там, узкие... Широкие, вот такие вот. Это будет уже следующим этапом моего развития. Помните мое самое первое видео, где я 15 тысяч раз якобы отжимался? Вот так вот, чуть-чуть сгибая руки, как глиста, немножко подергивался, и мне было норм. Потому что я тогда кайфовал от того, что я делаю 500 отжиманий каждый день. Все, я выбрал. И дальше я понял для себя один главный принцип. Самый главный принцип. Чтобы увеличить количество отжиманий за один подход, нужно максимально сокращать отдых между подходами на тренировке. То есть, если раньше я делал отжимания с отдыхом 10 минут, 15 минут, 5 минут, опять 15 минут, то сейчас отдых между моими подходами сократился до 2 минут, 1 минуты, полминуты, а может даже меньше. Смекаете? Я даю организму небольшую передышку, а потом продолжаю дотаскивать. Еще и ты! Чтобы потом так хоп и соединить эти подходики в один. Становится меньше времени для отдыха. Для себя я разработал 7 основных тренировок. Полное их описание я оставлю внизу под видео. Ну, например, моя самая первая тренировка была из 8 подходов с отдыхом 20 секунд. Через день я сделал тренировку из 4 подходов с отдыхом уже 2 минуты. Еще через день я сделал подход на максимум и добил еще 6 подходами отдыхом в 20 секундочек. И у меня родился второй принцип, который очень сильно меня радовал. Мои тренировки были разные. То есть, я не скучно бомблю каждый день одно и то же и вижу очень маленький прогресс, а я 14 дней делаю разные тренировки, и через 14 дней я возвращаюсь опять к тому, с чего я начинал. И когда я делаю то же самое, ну тут уже прям прогресс налицо идет. И что я вижу? Что я где-то прибавил 15, 20 и даже 30 повторений за одну тренировку. Ну потому что 14 дней это не 2 дня, в которые я как-то там плюс 1, плюс 2, а то еще вообще назад откачусь. Третий принцип, от которого я прям кайфую. Я записываю каждый свой результат. Незаписанный результат, но его как бы не существует. А записанный результат, его можно отследить, его можно улучшать. И видно всю вот эту прогрессию. В этом кайф прям. Записывать. Четвертый принцип, который я открыл, это работа с вашей дыхалкой. Дыхать надо. Дыхать. Потому что если ты не дышишь, ладно, хорошо, то тогда отказ наступает практически мгновенно. А когда ты начинаешь дышать, циркулировать, кровь обогущается. Обогущается кислородом, и я даже начал бегать. Вы представляете, мне понравилось бегать. Ну потому что ты дышишь, и вот это вот... Даже когда ты делаешь какие-то упражнения и дышишь, ты прям сам чувствуешь, как дыхать надо. Где-то через месяц я начал ощущать, что мне достаточно сделать 3-4 вдоха в упоре лежа, и я готов сделать еще несколько отжиманий. Хотя вроде бы секунду назад был уже, ну все, не могу потом.
И пошел опять дальше. Мой максимум рос. И вот, однажды, ночью, я сделал свои первые 100 раз. 100 раз. Но потом, когда я начал пересматривать, я увидел, что они, ну, немножко пока не такие. Они какие-то не очень красивые. И, ну, я там слишком много стоял и дышал. Еще попу поднимал, они мне не очень понравились. Я решил продолжить дальше. А сейчас я хочу вас кое о чем попросить. Поставьте видео на паузу и попробуйте прямо сейчас отжаться на максимум. Да, прямо сейчас отжаться на максимум. Мне это нужно для того, чтобы вы максимально прочувствовали то, что я вам дальше расскажу. Ну и раз уже сделали, напишите в комментариях, сколько у вас получилось. Какой ваш максимум на сейчас? Помните техника записывания? Пусть это будет первый раз, когда вы запишете свой максимум, который будем дальше увеличивать. А вот посмотрите, вот это вот наш сейчас вид из окна. Да, мы же сейчас в Грузии. Мы вот сняли такую вот квартирку. Мы живем на самой горе. Вон там вон. Уже прям гора-гора. Что, такие домички, такие вот развалинки. Усюсюшные, такие прям классные. Там куча клубники. Клубника уже тут пошла, такая вкусная, так хорошо. Там ветер дует, тут деревья, тут природа просто бомбезная. Когда мы ездили путешествовать по горам, там это очень красиво. Там горы, 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 вот тут бассейн. Ехали сюда к друзьям, чтобы отпраздновать их свадьбу. Тут очень красивая природа, погода, фрукты просто. Горы. Ну там вниз спускаешься. Так красиво, друзья. Мне тут очень нравится, но я хочу уже домой. Хочу домой продолжить подтягиваться, потому что я пропустил 9 дней подтягиваний. Ну ничего, наверстаем. Я же должен когда-то подтянуться 30 раз. 30 раз. Надо. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал. Как только я подтянусь 30 раз, вы увидите это видео. Вы увидите, как я с 16 раз дошел до 30. Обязательно. Добрый день, москвичи. Мы вас любим, уважаем, ностальгия. Передайте Владимиру Владимировичу, пускай снимет визовый режим. Все, мы в России. Но перед финалочкой, друзья, вы все знаете то, что моя любимая книга по спорту — это «Тренировочная зона» Пол Уэйт. Я так в нее влюбился, я влюбился в сам подход. И вы знаете, друзья, я хочу разыграть 5 таких книжек. 5 таких книжек я хочу подарить вам. Условия простые. Нужно подписаться на мой инстаграм. Вот под вот этим вот постом нужно оставить свой максимум. Сколько вы сейчас смогли отжаться на максимум. И написать там это число. И 27 мая, в воскресенье, в инстаграме я проведу прямую трансляцию, которая будет там висеть еще один день, где мы выберем 5 победителей. Поэтому, друзья, желаю вам победить, выиграть эту книжку. Но если вы не выиграете, то желаю вам победить по жизни. Все. Смотрим дальше. Сейчас немножко пробежимся. Что же было-то у меня? Вначале было 36 раз. Потом получилось 40 раз. Потом получилось 44 раза. Видно, да, вам? Потом я дошел до 50. Вот как раз то, что я вам говорил. Потом я что-то какой-то фигней занимался. И хоп, 55 получилось. 63 раза. Опять 50. 50 не получилось. 60 не получилось. И хоп, 100. А, тут я 60, ну типа так и сделал. 100 раз. 100 раз. Но они были кривенькие. Кривенькие. Потом 70. И я просто вот занимался. Хоп, 121. 121 раз. Сегодня я выкладываю видео, снимаешь? И сейчас я хочу попробовать еще раз. Перебить 121 раз. Я вот тут наклеил специально вот эти штучки, чтобы было видно, откуда снимать, и, ну, может быть, руки, чтобы не скользили. Че? Перебьем 121? Я готов. Поехали. Первые 25 раз я как будто даже не заметил. Пошли как по маслу. Темп взял хороший, дыхание не сбивалось. Но ближе к 40 я понял, что моторчик начал немного тухнуть. В 50 раз это сейчас то количество, которое мне просто комфортно делать. В итоге на одном дыхании получилось сделать 60 раз.
Дальше начинается борьба. Не хватает воздуха. Начинаешь жадно за него хвататься и мелкими перебежками продолжаешь. Немного убыстрю свои перерывы, чтобы не так долго вам ждать. Восемьдесят пять отжиманий. Это то количество, после которого хочется плакать и все закончить. В голову мне начали лезть мысли, что камера перестала снимать, и уже все равно ничего не получится. А, ноги скользя! Хорошо, что под руки наклеил пластырь, но вот с ногами я облажался. Сто! Сотый раз придает силы. Я понимал, что осталось совсем немножко, но в горле прям пустыня. После 105-го раза руки перестают тебя слушаться. Я понимал, что малейшее движение, и я могу свалиться в отказ. На отдыхе уже начал приподнимать задницу. Ноги проскальзывают. И вот наступил отказ, когда вообще ничего не можешь сделать. 125 раз. Рекорд поставлен. Горло пересохло. Воды. Но дальше уже невозможно было. Ноги скользят, руки отваливаются. О, друзья! Что я сейчас планирую дальше с отжиманиями делать? Теперь другие хваты, повышаем качество, делаем взрывные отжимания. Потому что сейчас становится интересно делать что-то вот с хлопками там, всякие вот такие красивые. Поэтому обязательно ставим колокольчик этот, блин, колокольчик. И надеюсь, скоро я вас порадую моим путем от 16 подтягиваний до 30. А может и не скоро, потому что подтягивания у меня идут очень непрогрессивно. Прям тяжело идут. Все, до встречи в следующую субботу. Кстати, до 21 мая еще действует бесплатная тренировка в скалодроме. Если вам старше 18 лет, приходите просто так. Если младше, приходите с родителями. Обязательно при себе иметь паспорт. И вы можете одну тренировку в скалодроме позаниматься бесплатно. Теперь все. Всех люблю, целую, обнимаю. Это был Влад. Пока. Это цель победы, порохом пропах, этот праздник, сиделою на выставке парада, за слезами на глазах. Цель победы, это цель победы.